Финал осеннего сезона корпоративной интеллектуальной игры Kill прошел во Владивостоке. Сборная холдинга Business Case стала чемпионом осеннего сезона корпоративной интеллектуальной лиги Владивостока. В состав команды вошли сотрудники информационного агентства «Владньюз», газеты «Владивосток» и радио VBC. Обожаю эти игры. Они позволяют очень сильно сплотить коллектив. Мы все коллеги. На работе мы сталкиваемся по рабочим моментам. Но здесь мы одна команда, мы играем. И это очень помогает и расслабиться, и переключиться, и потренировать мозг, и пообщаться неформально с коллегами. Всего в сезоне приняло участие 8 команд, представителей бизнес-сообщества «Приморье» и СМИ. Интрига, кто станет победителем, сохранялась на протяжении всего сезона, состоявшего из 3 игр. Команда «Business Case» к третьей встрече осени вышла в фавориты, но отрыв от ближайших соперников был минимальным. Ноябрьская битва умов отличалась непредсказуемостью. Команда холдинга «Business Case», отлично отыграв первые 2 схватки сезона, к третьей игре была полностью мотивирована на победу. Несмотря на то, что старт был явно не за ними, они смогли собрать и не дать ближайшим соперникам обогнать их в этой гонке эрудиции и кругозора. Все решил последний вопрос, правильный ответ на который принес команде звание чемпиона сезона. Символично, что ответом этим был хэппи-энд. Корпоративная интеллектуальная лига – это совместный проект владивостокских сообществ Top OOF и невероятно интересные игры. Игры проходят раз в месяц с разбивкой на 4 сезона, по 3 игры в каждом. По итогу каждого сезона вручается кубок. Создать и выставить команду может любая компания или организация, любой профессиональный коллектив. По регламенту в составе команды на игре должно быть не меньше 4 штатных сотрудников. Уже за плечами долгие 33 месяца, которые мы занимаемся этим интересным для вас, безусловно, делом. Стараемся, чтобы к нам приходили новые команды, люди видели новые имена, и я думаю, что у нас это удается. Организаторы отмечают, что во Владивостоке стремительно растет сообщество любителей интеллектуальных игр. Здесь соперничают самые умные и самые дружные коллективы. А участники Kill из бизнес-кейса уже начинают готовиться к новому сезону, чтобы весной встретиться в популярных поединках корпоративной интеллектуальной лиги. Всем спасибо, это была корпоративная интеллектуальная лига. Друзья мои, увидимся в декабре на зимнем сезоне. А на этом все. Олег Завьялов, Дмитрий Беломестнов, Игорь Болтов. Новости на 8.